Крупная авария произошла на Митевской магистрали. Там на высокой скорости практически лоб в лоб столкнулись «Opel Vectra» и «Mazda» 6-й модели. Девушку водителя последней в срочном порядке госпитализировали прибывшие на место врачи. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. По мнению автоинспекторов, он находился в нетрезвом состоянии. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. По предварительной версии, автомобиль «Opel» двигался со спуска. В какой-то момент его водитель выехал на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Mazda». Как итог, две сильно разбитые машины и один пострадавший человек. В результате аварии девушка, управлявшая автомобилем «Мазда», получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Это при том, что в салоне иномарки сработали подушки безопасности. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей левой скуловой области, растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей тазобедренного сустава. Позже на место аварии приехал ее родственник. Вот у того надо спросить, который молодец на встречке ездит. У машины второго участника аварии даже вылетело лобовое стекло. Однако предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Как заподозрили автоинспекторы, за руль мужчина сел, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Что-либо говорить о своем состоянии или причинах аварии он не захотел. Без комментариев. Теперь мужчине грозит как лишение водительских прав, так и крупный денежный штраф. Кроме того, наказание мужчины будет зависеть в том числе и от состояния здоровья автоледи. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112.